Чуваши посчитали бобров. В заповеднике Присурский провели ежегодный предзимний учет численности этих животных. Продираться через заросли и кусты, мокнуть под постоянным дождем, преодолевать заболоченные территории, проходить километры по пересеченной местности. Именно так работают заповедные волонтеры. Каждый день вместе с инспекторами они отправлялись на маршруты по речкам и озерам и вели учетную работу. Этот важный этап научных исследований проводится ежегодно. Работа непростая, чтобы обнаружить следы присутствия животных. Их жилища, запасы корма на зиму, поваленные деревья, нужно досконально обследовать берега всех водоемов. Именно поэтому сотрудникам не обойтись без помощи волонтеров. По предварительным подсчетам, на Алаторском участке заповедника Присурский численность бобров увеличилась. Их стало больше на реках и озерах. Число поселений возросло с 50 до 59. Как отмечают специалисты, это связано с увеличением водности пойменных озер. Бобры уверенно освоили соседние площади.